На прошлой неделе 5 саровчан сели за руль автомобиля в нетрезвом виде. Двое из них отказались от медосвидетельствования. Один из пьяных водителей оказался еще и без прав. Также в процессе акции 21 декабря полицейский Дед Мороз было выявлено лицо, которое находилось в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии было установлено, что данное лицо уже ранее привлекалось по аналогичной статье. На прошлой неделе госавтоинспекторы зарегистрировали 7 аварий с материальным ущербом. Правоохранители активно проводят профилактические акции в преддверии новогодних каникул. С 25 декабря по 10 января у нас продолжается проведение акции «Полицейский Дед Мороз». Сегодня будет проходить данная акция в районе школы номер 10, то есть в старом районе. И 8 января данная акция пройдет с воспитанниками теплого дома. 3 января на территории нашего города пройдет областное оперативно-профилактическое мероприятие «Юный пассажир». Данное мероприятие будет направлено на выявление правонарушений в области перевозки детей. Госавтоинспекторы напоминают, что в праздничный период будут вести усиленный контроль за дорожным движением и выявлять пьяных водителей. Сотрудники ОГИБДД и члены отрядов юных инспекторов дорожного движения просят всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, не появляться за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также быть внимательным при переходе проезжей части.